spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. У знаменитой японской компании Daiwa есть отдельная линейка Prorex, в которой представлены рыболовные товары для ловли крупного хищника. И сегодня в нашем обзоре представлена серия безинерционных катушек Prorex XLT, на данный момент состоящая из 6 моделей. Их вес составляет от 205 до 345 граммов, а передаточное число находится в пределах от 5,1 до 6,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2000. Катушки имеют современный дизайн и выполнены в черном цвете с сиреневыми элементами. Аббревиатура LT говорит об использовании концепции Light and Tough – легкий и жесткий, за счет которой удалось значительно уменьшить размеры конструкции и снизить ее общий вес. Корпус выполнен из композитного карбонового материала DS5. Внутри установлена новая шестерня Tough Digi-Gear, способная увеличить надежность и мощность одновременно. Для снижения массы используется полый ротор Air Rotor. Он легче по сравнению с аналогичными, но в то же время способен выдерживать значительные нагрузки. Еще он уменьшает излишнюю вибрацию во время работы. За один оборот рукояти выматывается от 68 до 92 см шнура. Чтобы ход катушки был более плавным, используется 5 подшипников. Стопор обратного хода Infinity Anti-Reverse предотвращает проворачивание механизма в обратном направлении. Новая алюминиевая шпуля Air Spool меньше, тоньше и легче своих предшественниц. Она имеет перфорацию и прямоугольную пластиковую клипсу для фиксации лески. А за счет оригинальной геометрии бортика достигается более дальний заброс. Вместимость может составлять 150 метров монофила толщиной от 0,16 до 0,40 мм. Обращаем ваше внимание на то, что в связи с внедрением новой концепции также изменилось и обозначение некоторых размеров катушек. Далее отметим наличие роли-колесоукладывателя Twist Buster 2 с функцией противозакручивания. Фрикционный тормоз ATD расположен спереди, и именно у этой модификации способен справляться с максимальными нагрузками до 5 кг. От попадания воды и грязи тормозные диски защищены специальной эластичной прокладкой. В нижней части установлен флажок переключения реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, а в другом ротор вращается в обе стороны. Ручка вытачивается из алюминия и оснащается либо Т-образным, либо, как в данном случае, плоским прорезиненным кнопом. Чтобы переставить рукоять на противоположную сторону, вам необходимо открутить прижимной винт и поменять их местами. Так, из леворукой модели мы получаем праворукую или наоборот. Prorex XLT комплектуется набором дополнительных шайб. Подкладывая их под шпулю, вы сможете регулировать качество намотки лески. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.